Слушай, а что такое по-английски «how are you»? Как поживаешь или как дела? А им что, всем интересно, как у меня дела? Не, не интересно. А что ты вас спрашиваешь? Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег. Привет всем, дорогие друзья! Замучили меня сообщениями. Здравствуйте! Чем вы занимаетесь в интернете? Расскажите про ваш проект. Как у вас дела? Может, вам еще рассказать, какая у меня погода, в каком городе я нахожусь, когда я вышла замуж, где я родилась, с кем я живу, кого я люблю. Надоели. Вам это не нужно, как у меня дела. Вас интересуют деньги, так прямо мне и скажите. Я расспрашиваю вас о вашем проекте, чтобы потом впарить свой. Мне абсолютно не интересен ваш проект. Напрямую говорите, зачем тратить мои драгоценные минуты, 2 минуты, 5 минут, когда вы будете у меня расспрашивать, как у меня дела. Говорите прямо. Расставьте все точки над «и» и называйте вещи своими именами. Всем пока.